Всем привет, меня зовут Айгерим, я являюсь автором проекта IELTS 2x2 и основателем онлайн-образовательной платформы Top Generation. И в рамках нашего курса по подготовке к экзамену IELTS мы снимаем разные видео. Да, и сегодняшнее видео я бы хотела посвятить теме General Writing и General Reading. В чем их отличие? Вообще, в принципе, чем отличается Academic IELTS и General IELTS? В первую очередь должна сказать про сходство. Да? На самом деле эти два вида экзамена существенно друг от друга не отличаются, потому что там тоже есть все четыре модуля, а оцениваются они все по одной шкале от 0 до 9 баллов. Есть одни и те же виды вопросов, которые встречаются и там, и там. Например, listening и speaking, они не разделяются на academic и general, потому что у них, в принципе, один и тот же. Да, в то время, когда вы сидите на вашем тесте, да, в вашем экзаменационном центре, прошлые разы нам мне студенты отмечали, что ну, были ребята, которые пишут и академик, IELTS, и те, которые пишут general, они могут, в принципе, сдавать в некоторых центрах в один и тот же день, в одном и том же месте, потому что listening задания они получают одинаковые. И по сложности, по видам вопросов, совершенно разницы между ними нет. Подход подготовки такой же. Что касается спикинга, такая же история. Когда вы идете к экзаменатору, естественно, у него это будет видно. То есть вы сдаете general или academic, и он может вам задать, например, какие-то дополнительные вопросы, зная, что вы сдаете general там, с целью иммиграции в какую-то страну. И если вы в вопроснике уже отмечали, куда вы собираетесь, экзаменатор может спросить, например, зачем ты сдаешь IELTS, куда ты хочешь поехать, почему там. Ну, это такой более формат small talk, и в формате самом, да, speaking экзамена разницы у вас не должно быть. Там тоже три секции. Первая секция — это такой краткий разговор на какую-то более простую тему. Это может быть об таких очень очевидных, банальных топиках, как, например, там, где живешь, какую одежду ты любишь носить, какую еду ты любишь, нравится ли тебе готовить дома или ходить в ресторан. То есть вот такие простые, не сложные и не такие глубокие вопросы. Второй и третий секшены, они отличаются тем, что во второй вам даются достаточно подробные буллет-поинты, по которым вы должны пройтись. То есть это те пункты, на которые вы должны опираться и согласно им давать свои ответы. В третьей части там будут просто более такие сложные, более открытые вопросы. Открытые вопросы — это означает то, что вы должны быть способны сгенерировать ответы, исходя лишь просто от одной большой темы. Например, есть ли разница между тем, как быть глобальным гражданином, да, то есть гражданином мира, или жить только в одном городе всю жизнь. Как ты думаешь, вот, то есть ли какая-то существенная разница и какую, наверное, сторону ты больше поддерживаешь? Вот так могут быть вопросы заданы, и вам нужно, конечно, понимать, как тут более сложный словарный запас, и быть способными самому вот сходу давать ответы, придумывать. Конечно, вам будут даваться и в той, в академике, в general будут даваться дополнительные минуты на подготовку. Вот, все, я listening и speaking, я думаю, сейчас вам стало понятно, что они похожи. Но разница есть в reading и в writing. Какая существенная разница в reading-овой части? В чтении, я не буду говорить, это проще или сложнее, да, потому что, в принципе, текстовые задания, они по объему в reading их больше. Например, там в General IELTS экзамене, первая часть, это такие брошюрные вопросы. То есть у вас будет какая-то брошюра, допустим, если вы представьте, вы будете жить там в Канаде или в Новой Зеландии, и вы будете записываться на какой-нибудь курс в университете. У вас будет просто задание, где у вас будет написано, какие, по каким дням этот краткий курс идет, сколько оно стоит, кто будет его преподавать. И вот этот вот текст
тест вы должны правильно понимать и на него дать ответы, так скажем, вопросы, которые там будут указаны, они тоже будут в формате true, false, not given, или yes, no, not given, или это может быть summary completion, либо это может multiple choice. В общем, стандартные вопросы, которые будут и там, и в Academic General, они есть в формате, то есть они одинаковые. И в первой части там будет два таких вот лифлет вопроса, где вам нужно ознакомиться с какой-то краткой информацией, дать по нему свое, так скажем, свои ответы. И да, это вот второй может быть там вопрос про, если вы встречаетесь с какой-то опять-таки информационной брошюрой, которую вы можете видеть на вокзале или в аэропорту. Вторая секция, это чуть более сложная, но я бы не сказала, что это сильно много времени занимает. Вот вторая секция, там тоже есть два таких текста. На каждый текст примерно 5-6 вопросов дается, и они могут быть тоже касаться, они могут касаться таких тем, которые могут вам понадобиться при жизни, ну, если вы живете за границей. Допустим, вы будете подавать на какую-нибудь социальную льготу, да, и будет информация там про вот эту социальную льготу, или там про условия работы в какой-то компании, как ему подать на эту позицию, да, которую вы нашли там среди вакансий. То есть вот такого рода тексты, и если вы уже сейчас готовитесь к жизни за рубежом, то это будет очень хорошей подготовкой. Ну и плюс, как готовиться к таким топикам, больше смотреть иностранных сайтов. То есть, например, если в Academic Writing, то есть Writing и Reading, я бы советовала читать более научную литературу, смотреть какие-то журналы, газеты, официальные книги, научные публикации, это было бы все полезно. А для General Reading я советую смотреть больше иностранных сайтов, если вы, ну, попробуйте самостоятельно подать на работу в какую-нибудь компанию, да, и определенно вы будете проходить через вот этот отбор период, и вы будете читать много дополнительной информации, что это значит, как это, то есть какие должны быть требования, вот, то есть эта информация, она один в один практически совпадает с тем, что вам будет встречаться на General Reading. Какой бы я еще совет дала? Ну, помимо вот таких вот рабочих сайтов, да, если вы привыкнете покупать, делать какие-то покупки на иностранных сайтах, это тоже будет очень хорошей подготовкой к General Reading. Что я имею в виду? Если вы, например, что-то заказываете на Амазоне, или вы покупаете какие-то иностранные курсы, там тоже достаточно такое детальное описание дается к этим продуктам, и если, когда вы их читаете, да, то есть вы будете лучше с этим текстом и стилем, да, вот описание и вот слога, будете лучше работать, лучше его воспринимать. Это касается первой секции и второй секции. Перейдем к третьей секции ридинга General IELTS. И третья, она аналогичная, что будет в Academic. То есть это будет академический все-таки текст, они его не убрали. Краткий экскурс по различиям, да, между ридинг частями Academic и General IELTS экзаменом. Какую бы я рекомендацию здесь дала? Очень важно экономить время, потому что если вы на первых двух частях потеряете очень много времени, на третью, самую сложную, у вас, к сожалению, времени не останется, будете просто торопиться и, возможно, что-то пропустите. Вот, поэтому старайтесь сразу, сходу работать с текстом, вопросами, да, потому что на первых двух частях можно значительно сократить время ответов на эти вопросы и подольше посидеть над третьим текстом. Вот это основной мой совет. Теперь перейдем к райтинговой части. Райтинг по формату это то же самое. Райтинг 1, там 20 минут дается, 40 минут дается на таск 2, это написание эссе. Эссе это более сложное. Но на самом деле, когда вы на экзамен сидите, вас не делят, ну, вам не говорят, ой, вам, вот тебе надо сейчас вот 20 минут засечь, и потом закрыть первый таск, а потом переходить на второй. Это зависит от вас. То есть вам дается просто 1 час суммарно, и вы должны
должны его распределять самостоятельно. Но лучше, конечно, следовать, да, рекомендациям, которые указаны в самом тесте. Так, 20 минут на task первый. Вот task первый отличается в general и academic. General дается написание письмо на какую-нибудь ситуацию. Допустим, ситуация, можем следующее. Вы увидели какую-нибудь вакансию в местном журнале. Напишите в этот местный журнал о том, что, ну или там вот место в компанию, куда вы хотите подать, письмо о том, что ваша кандидатура подходит им, то, что вы хотите пройти у них стажировку или вообще, в принципе, устроиться на работу. Почему вы тот идеальный кандидат. То есть вы должны написать какой-нибудь cover letter, да, грубо говоря. Или вы должны написать какое-нибудь жалобное письмо на сервис, который вы, ну, вам не понравился в ресторане или в банке. Вот такая ситуация в первой части General IELTS. Во второй части General экзамена вы будете работать с таким же эссе. Это сочинение на такой социальные темы. Это могут быть топики, которые достаточно часто обсуждаются там в СМИ, и вы их будете на них давать свое мнение. Вопросы могут звучать: to what extent do you agree, do you agree or disagree, support your argument with там, certain examples и так далее. То есть там есть разные виды вопросов, но это уже отдельное видео. У нас есть очень много полезных видео на эту тему, можете их посмотреть. И к тому же мы сделали обзор эссе, которые придут за текущий 2020 год. Обязательно его посмотрите, потому что вероятность очень высокая, что придут именно эти топики. Надеюсь, вам это видео было очень полезным. Я, по крайней мере, старалась. Попробуйте начать уже сегодня вашу подготовку. Если вам нужна поддержка или нужен координатор, с которым вы могли бы заниматься, мы будем рады предоставить нашу услугу по подготовке к экзамену IELTS и TOEFL. Тоже у нас есть, вы можете посмотреть видео на нашем канале. Ну и если есть просто вопросы, вы хотите воспользоваться бесплатными ресурсами, пожалуйста, будьте подписаны на нас, смотрите наши видеоуроки, они тоже определенно сделают свою службу. Всем пока, и вас очень люблю!